Старички шоу-бизнеса из группы FM в последние годы пропали с радаров музыкальной индустрии. Пару лет назад девушки выпустили клип на песню «Wonderful» и с тех пор будто пропали без вести. Однако в телефонном разговоре с нашими журналистами продюсер коллектива Гульвира Илахунова объяснила, что группа продолжает работать в штатном режиме. Певицы активно разъезжают по стране, выступая на различных вечеринках. К тому же в скором времени к релизу готовится новая песня. Трек носит название «Половинки», и сейчас ведется работа над аранжировкой. Впоследствии планируется выпустить и видео. Правда, точные даты пока неизвестны. Однако продюсер пообещала, что ожидать новинок следует в самое ближайшее время. Отметим, что за 14-летний период участницы группы успели открыть собственные школы танцев и обзавестись детьми. И все равно не перестают усердно работать.